У областного отделения Русского географического общества появился попечительский совет. Первое учредительное заседание состоялось в городской мэрии. В состав совета вошли представители регионального правительства, администрации областного центра, руководители крупных коммерческих объединений. С появлением совета перед региональным отделением РГО теперь открываются новые возможности. Многое сделано, но и более амбициозные планы у нас на предстоящие года, в том числе 13-й и на последующие 5 лет. Без поддержки дирекции Русского географического общества, без поддержки администрации города, правительства Ивановской области, наша деятельность была бы просто ограниченной. А сейчас при поддержке попечительского совета мы будем осуществлять межрегиональные, региональные проекты. На первом заседании попечительского совета был избран председатель. Руководящую должность занял глава города Иваново Вячеслав Сверчков. Мы тезисно набросали вот те задачи, которые сегодня будут стоять перед Ивановским отделением. И мы видим, что вот та работа, которая уже проведена, она, безусловно, имеет системный характер. Поэтому сегодня члены попечительского совета спросили, с одной стороны, конкретику, с другой стороны, уже не только конкретные мероприятия, но и сметы. В следующий раз попечительский совет соберется, чтобы детально обсудить ближайшие планы, на что и в каком объеме нужны средства. А идей много. Готовится к изданию учебное пособие для школьников и студентов географии Ивановской области, а также атлас Ивановского региона. Кроме того, в этом году должна увидеть свет книга «Дорогами отечественной истории» по материалам экспедиции «Связь времен и поколений». Любовь Почерникова, Сергей Коликов, РТВ Иваново.